Валерий Юхнюк крутит баранку автобуса уже 10 лет и за это время успел себя зарекомендовать как опытный и надежный водитель. Поэтому среди кандидатов на стажировку в Сочи имя Валерия Лукича было одним из первых в списке. Когда узнал, что поедет на зимние Олимпийские игры, очень обрадовался. У меня-то нормально, думаю, переживали. А так все нормально. В общем, в принципе, оттуда уезжать уже не хотелось. Вместе с Валерием Юхнюком на стажировку в Сочи поехал и молодой брещанин Валерий Лойко. Удивительно зеленый и чистый город, горы и море. Такие впечатления сложились у водителя о курорте на Черноморском побережье, принявшем главное спортивное состязание четырехлетия. Нам стало интересно, чем же отличаются сочинские пассажиры от наших брестских. Ответ Валерия был по существу. Ну, там просто у них менталитет, скажем, другой. Они обязаны платить. Зашли, заплатили и сидят, едут спокойно. Ну, наши... Это еще далеко пока еще. Еще одним неожиданным открытием для брестских водителей стали удивительно чистые, не списанные салоны в городском транспорте, не пример брестским. Но все-таки самое яркое воспоминание для водителей за 75 дней работы в Сочи – это Олимпийские игры и те головокружительные победы, которые завоевали наши спортсмены. Если бы вас еще раз пригласили, поехали бы? Поехали. Поехали без вопросов. Все-таки две Олимпиады, одна и паралимпийская была же. На паралимпийском мы попали туда, сходили даже. Ну, конечно, поразило их мужество. Было, конечно, интересно так посмотреть вот этот город. Город красивый, как нам объяснили, образился он очень так, шикарный стал. Было все разрушено, стало все уже по-новому. Много гостиниц. Увидеть настоящую олимпийскую борьбу и зарядиться неповторимой атмосферой главного спортивного турнира – мечта многих. Для 10 брестских водителей она стала реальностью. Удобный рабочий график позволял почувствовать себя и болельщиком, и туристом. Изучить столицу Олимпиады, побывать на соревнованиях и даже на церемониях награждения в Олимпийском парке. Эта командировка длиной в 75 дней для брестских водителей-олимпийцев стала одним из самых ярких и насыщенных событиями маршрутов в их жизни.